Добро пожаловать на прохождение игры Star Wars The Old Republic. С вами по-прежнему Андрей Доцент, и мы находимся на планете Альдеран. Мы выполнили задание, сюжетное задание, и нам в награду дали схемы какого-то щита антирадиационного, которое поможет нам в приключениях по поискам сокровища великого Нокдрайна. Но для начала, нам необходимо вернуться на наш корабль, вернуться к Рише, которая не вылазит из этого корабля. Отдать ей все схемы и после этого уже приступить к непосредственно дальнейшему выполнению сюжетных заданий. Антирадиационный щит у нас есть для чего-то. Ну, понятное дело, что для защиты. Вопрос только в том, где это все применять. А хотя я, кажется, знаю. Мы вроде какие-то сенсоры находили компьютерные. Нам осталось только узнать точное место расположения этого сокровища, чтобы мы смогли туда попасть, естественно, защититься. Сдается мне, местечко там очень опасное. И, собственно, забрать все, что там есть, ведь, согласно легендам, там просто несметные богатства. Не будем упускать такого шанса. Компания-то у нас контрабандиста как-никак. Поэтому сокровища, всякие авантюры, т.д. и т.п., приключения. Все это здесь, естественно, в полной мере полагается. Вот мы и прибыли в космопорт. Отличненько. Ага, на карту нам, значит, направо нам надо попасть. Все ясненько. Вернемся в свой космопорт и собственно, улетим с этой планеты. А может быть и нет, постойте. А, нет, все, да. Просто я привык, что обычно и там, и тут на каждой планете по-разному месторасположение ангаров кораблей. Но, в принципе-то, все одинаково, более-менее. Но иногда можно на ровном месте затупить и запутаться. Вот он наш классненький корабль, корабль контрабандиста, сплошные нычки всюду и вся. Очень много мест, где можно чего-либо спрятать. Очень хороший корабль, знаете ли, очень атмосферный. И, кстати, единственный, у которого есть такой вот своего рода шлюз. Ну все, заходим. Покидаем мы эту планетку. То есть, я так полагаю, все эти схемы, то, что мы нашли здесь за задание, Риша установит уже после в космическом пространстве. Я почему-то думал, что она как-то в ангаре все это дело сделает, там встретит. Нет, будем в космосе открытом ставить. Выйдет наружу и там и поковыряется, да? Ну ладно, в принципе, не наша забота. Наша забота какая? Найти сокровища и, самое главное, друзья, чтобы нас не замочили, потому что за нашу голову назначили приличную награду. И мы только и делаем, что пытаемся выжить, потому что наемники идут по следу, каждый хочет получить трофей. Ну так просто наш контрабандист не дастся никому в руки, это уж точно. Сумасшедший ты дроид, вот здесь вот находится Риша, все. Вот она находится, это все там карбонитовый заборовский человек. Ну давай. Здоровье 1-1. Обалдеть. Ну. Так, у тебя есть схемы, превосходно. Это неплохо, не так ведь? Это было ведь не так плохо, да? Она спрашивает. В следующий раз... нам нужно подольше поработать. Ну все в деликатных руках, капитан. Твоя следующая доставка... это доставить кому-то по имени Пима Ануфу. Пима, он в доме Альда. Ты должен проникнуть туда, в боевую зону, и забрать все это. Дом Алды? Что ты еще знаешь? Это оригинальные правила там есть какие-то. Правители они. У них была сила, но потом нету. Не могу дождаться, когда все это начнется. Это единственная доставка, которую я рекомендовала прикрывать бы. Удачи тебе там, капитан. Ладно, так, естественно, берем кристаллы, друзья. Естественно, берем кристаллы, кристаллы есть все. И куда нам надо отправиться-то, я что-то не пойму. Поговорить с Пима Ануф. Ахуф. Анах. Блин. Я не пойму, на какую планету-то? На ту же, что ли? То есть я как бы вернул схему и обратно возвращаемся на планету? Я так полагаю, да. Все-таки на Альдеран. Опять нам надо выйти. Глупо как-то получается, ей-богу. То есть зачем мы вообще улетали
в космическое пространство, если могли бы все это дело в ангаре разрулить, но нет, надо было улететь, дать ей именно только здесь эти схемы, чтобы она потом снова отослала нас назад. Ну ладно, надо так надо, будем выполнять. Выйти из корабля. Снова идем на посадку. Мне интересно, сейчас жители, наверное, те, кто наблюдает вот эту, да, все корабль, сумасшедший какой-то, да? То вылетел, то прилетел, то вылетел, то прилетел. Он определится в конце концов или нет? В принципе, я и сам-то определиться не могу. Я уже, честно говоря, начинаю постепенно терять нить событий. Чё вообще, как, зачем следует. Я только знаю, что у нас в конце ждет такой огромный приз. Но какими целями и путями? Ну, если так навскидку прикинуть, у нас там что? У нас какие-то сенсоры есть, да? Есть сенсоры, есть защита от радиации, от лучей. Вроде как карта какая-то, хер знает. В общем, походу разберемся. Как говорится, наш единственный план — это безудержная импровизация. Этим, собственно, наш контрабандист и живет, поэтому мы тоже будем надеяться на такие характеристики нашего главного героя. Вот. Ну, что-то улетали мы быстро с планеты, зато пока прилетишь, ё-моё, загрузка 200 раз пройдет. Я балдею просто. Хотя прилетаем-то куда? В ангар ведь? Не сразу ведь в Альдеран попадаем? Нет, только в ангар. Влияние про компаньонов нам втюхивают. Кстати, вот эта вот вещь на самом деле очень хорошая. Я что-то как-то на днях поэкспериментировал, решил прокачать компаньонов у рыцаря-джедая, да, чтобы отправлять их на задание. Они приносили редкие вещички, а я их в киоск потом решил загнать, да. А там так получилось, что я когда вещи доставал, вот эти вот всякие там материалы, т.д. и т.п., я потом в киосках загонял, что-то как-то поначалу в убыток все пошло, потому что компаньоны, они что, не прокачанные? А у них только один из 10 шансов, что они что-нибудь дельное раздобудут, поэтому... В принципе, можно, конечно, поднять денежку такую неплохую, внутриигровую валюту, но только если прокачать влияние на компаньонов, ведь от них зависит, от этого влияния зависит то, какую, как они справятся с заданием. То есть, допустим, там, если влияние на него, грубо говоря, 2000, то примерно плюс 20% к какому-то случайному, охерительному, легендарному эффекту, там, в нахождении того-того, ся и то. Как-то вот так вот. Естественно, надо всех прокачивать, потому что заданий много бывает. Компаньонов я всех отсылаю сразу. Блин, а чё я пешим двигаюсь? Чё-то я посмотрел на него, думаю... Какого... Чё за хрень? Чё за хрень такая, ребят? Пятки дымятся. Погнали. Ну-ка. Всё. Ну нахер. Слушайте, это какой-то мультик прямо, ей-богу. О, все, завелась тарантайка. Мне вот интересно, а на какой первоначальной тяге наш главный герой двигался? Страшно подумать, виной всему альдеранская кухня. Ладно, где Пима Ахуф? Где-то здесь находится. О, прям сюда идет, нормально. Нормально, отлично, превосходно. Значит, давайте прямо туда и отправимся. Кстати... Что у нас есть? Так, вот, кстати, вот эти вот я собираю вещички. Вот эти вот предметы роскоши там, т.д. и т.п. Причем у каждого компаньона что-то нравится свое. Кому-то там, допустим, дроиду там духи не понравятся, понятное дело. Либо женщине не понравятся детали от дроидов. Хотя, как посмотреть, у каждого свои предпочтения тут, у каждого персонажа. И особенно влияние хорошо прокачивается, когда проходишь историю... Сюжетные истории, связанные со своими компаньонами, напарниками. А, и да, и чуть не забыл, при увеличении влияния также мы увеличиваем их здоровье и боевую эффективность во время прохождения каких-либо то ни было миссий, там, заданий, т.д. и т.п. Вот поэтому, собственно-то, у компаньонов всегда здоровье больше, чем у нашего главного героя. То есть, каким бы наш главный герой не был прокачанным, там, да, супер-сит, там, сверх-джедай, да, все равно найдется какой-нибудь, я не знаю, Вуки, там, да, или кто-нибудь еще, который будет просто мощнее и сильнее нашего главного героя. Да, чё так застопорился этот ход, я чё-то не понял, заблудился, что ли?
Во, прибыли. Нормально. Тут эти, вон ульи, видите, да? Вот эти грёбаные ульи, это эти. Килики. Хилики обитают здесь. Опасные ребята, ё-моё. Поодиночке так нет-нет, но если массово скопится, задницу надерут так, не знаю. Долго отходить будем. Во, в горы попали. Обалдеть. Все, тут статы у нас какие-то. Все ясно. Ну давай ты, ядрить твою налево. О! Так. Все, практически прибыли. Замечательно. Древняя история. То есть у меня что-то задание за контрабандиста. Здесь, по сути, выкради то, принеси это, и все с риском. Но это что-то задание обещает быть каким-то очень серьезным. Надо быть начеку. Хотя, учитывая, что мы прямо сейчас сюда залетаем, скорее всего, это дружественная территория. Не знаю. Может быть и да, может быть и нет. Блин, сейчас в дроида врежемся. На, все, я думал, убили дроида. Ой, кто-то уже ковыряется. Угоняет, по всей видимости, да? Ладно, не будем палить. Все. Где напарник? Вот он появился, мохнатый друг. Ну, погнали. А, рядом находится. Нифига себе. А я... О, тут еще этот, кстати. Погодите, погодите, погодите. Надо открыть. Надо открыть. Здорово. Ну-с. Что у нас тут? Ага, все, понятно, погнали. Тут, в принципе-то, заблудиться невозможно. О! Прям здесь встречает. Ну, здорово! Вот это мне и нужен. Что скажешь? Что мне вообще надо делать-то? Что-то мы как-то уже как будто сидим, да? Сзади взгляд такой пристальный, наблюдающий за нами. Что он сделал? Дом Алда закрыт до проверки. Не задерживайся, во всяком случае. Или тебе придется отвечать перед охраной. Ты отвечаешь за все это или нет? Я вообще-то нет. Так что не надо меня тут нервировать. Я имею в виду... Ты не ожидаешь какой-то там платы? Дом Алда уже назначил голову что-то за Дарта Бендена. Спасибо тебе огромное. Дарт Бенден? Постойте, это не тот ли Дарт Бенден из «Звездные войны. Рыцари Старой Республики. Первая часть». По-моему, он, да? А он что, из этого дома, что ли, выходец был? Интересно. Так, ваши ребята ошибаются... Так, это... Возможно. Ты не единственный идиот. Это просто твои люди некомпетентны. Как ты смеешь? Кадрет, Кадрет, иди сюда. Да, советник куратор там, блин. Как я могу вам услужить? Где Нева? Я хочу, чтобы она провела генетическую идентификацию. Это голова доказала правильность. Я не видел Нева еще со вчерашнего дня. Я отошлю сообщение ей на голокоммуникатор. Отослал как бы, но она не ответила. Я убил ее. Так, ты можешь это определить? Может, ты, может, протестируешь для меня эту голову? Я, во всяком случае, не уверен, но это ужасно. Кадрет, генетическая идентификация очень важна. Результаты необходимы были еще вчера. Я ценю ваше терпение, но этот процесс займет время. Но я боюсь, некоторые проблемы есть у нас. Эта голова на 0,01% совпадает с лордом Ситом Дартом Беннедом. Я проводил тестирование еще вчера, и она не появлялась еще нигде в базе данных идентификатора. Я сожалею Пиму, что ли? Я сожалею, давайте. Кому-то нужны мои извинения. А кому-то нужны объяснения. Ты кто, что хотел сказать, голова Дарта Бендена, что ли, здесь? Нихера себе, он же вроде где-то на Карибане сдох. Насколько я понял. Капитан Скавек? Это куратор Пима Ануф говорит. Я приказываю вам вернуться немедленно. Голова, которую вы принесли, что-то не так. Сожалею, Пима. Но никаких возвратов. Эй, капитан, вы немножечко опоздали на вечеринку. Скавек, черт. К
Как ты... Так, а ты скоро умрешь? Нет. Что же мне выбрать-то? Я должен был знать, что ты за всем стоишь, Скавок. Я обещал, что ты заплатишь за все это. Надеюсь, не принимая во внимание Пима. Но она где-то в музее находится. Что? Ты испортил девушку, ублюдок. Но она не сопротивлялась парня. Хватит разговоров. Давай убьем его. Эй, полегче, волосатик. Я вижу, ты завел новых друзей, капитан. Так, успокойся. Ты встретишься с ним лично. Я думаю, ты должен узнать Боудара получше. Да нет, спасибо. Мне и так этого хватает. Я думаю, что... Я вижу теперь твое лицо, капитан, и это просто бесценно. Удачи вам там. Это просто немыслимо. Скавок перешел дорогу дому Алда. Так, вы идиоты, нет, а что насчет меня-то? Мне обещали плату за эту голову. Гипердвигатель будет твоей платой. Это экстраординарный аппарат ручной постройки. Наиболее лучшими инженерами. Скавок получит гипердвигатель. Еще вчера получил. Если он еще там, то он еще не завершил установку. Скавок не может покинуть Альдеран без полностью функционированного гипердвигателя. Скорее! Поймай его, пока он не убежал. То есть двигатель надо забрать. Нормально. Что такое? Голову в карман положили, да? Ну-ка, стойте. Мишин, да. Блин, это голова Дарта Б. Офигеть, ребят. Что за хрень творится? Постойте, он разве не лысым был? Он же, по-моему, лысый был, если я не ошибаюсь. Прям как Дарт Малак. Ладно, хрен с вами. Что это такое? Что? Хеджак. А, вот. Бонусное задание. Ну-ка, давайте-ка. Взламываем. Нихера себе. Взломал и отправился при помощи этого агрегата туда, куда мне нужно. Забавно. Я бы сказал, это охереть как здорово. Только куда мы двигаемся? А, мы обратно двигаемся, я так полагаю, да? На сверхскорости. Да вы гляньте, как мы несемся. Это быстрее. Вообще просто, вы гляньте. Срезаем весь путь. Нормально, сейчас только в скалу бы не врезаться нахрен. Что-то прям вы гляньте, быстрее, чем в такси несемся, обалдеть. Еще бы не подвисало бы, эффект бы скорости передался бы. Вот тут уже горит что-то. Обалдеть. Черт знает, что творится. Квадратные кусты. Деревья не успевают прорисовываться. Вот это скорость. Блин, обалдеть, слушайте, а классно, а? Классно летим. Вообще, блядь. Вот, если бы можно было бы летать в этой игре вот так вот на этих спидерах. Самому, то есть на таких же скоростях, вот этой игре бы вообще тогда цены не было бы. Ну блин, тогда бы здесь бы хаос творился определенно. Если бы все бы игроки летали как сумасшедшие, ей-богу бы тут черт знает что было бы. И в такси бы надобность отпала. Блин, могли бы что-нибудь еще придумать. Да я думаю, еще много тут вариантов, что могут придумать разработчики. Надо только дождаться. Может, что-нибудь реально замутит интересное. А пока и так пойдет. Прибыли. Ай, куда нам... Ага, все ясно. Заходим, блин. Прыгаем на наш тарантас и погнали. Отыскать Скавыка надо. Засранец где-то здесь. Кровушку нам только так подпортил, ё-моё. Своими подлянами. Надоел уже. Чё? Пшёл нахер. Не до тебя. Вот сюда вот. А, фаза контрабандиста? А, ну это сюжетное задание. Я почему-то подумал, что я в ангар сейчас другой зайду и тоже, как бы, свой корабль вижу. Нет, этот корабль же тут другой, не наш. Ну и что, перезагрузить охрану? Что за на... Ага, ворота закрылись. Ядрёно вошь. Ну и что же мне делать? А, тут уже это самое. Ну, давайте стрелять будем. Давай. Есть. Укрыться. И давай, стреляй. Вот так вот. Слушайте, вот Боудар ты там чудеса вытворяет, походу. Ну, стреляй. Но... Все. Отлично. Надо еще, короче, завалить. Сколько там у нас для задания-то надо? А! Вот, ребята, красавцы. Ловите-ка гранату туда по такому поводу. Нет, я, короче, знаете ли,
Что-то подумал. Надо, короче, ближку практиковать. Есть. На, нифига. Просто с кулака так вмазал. У меня ствол так не стреляет, как с кулака бьет контрабандист. И от него еще это горит, что ли? Надо монетку покидать. О, нифига себе. Что-то только сейчас их заметил. Все. Ловите гранату, хлопцы. И давай, на, застрелить. Вот так вот. Есть. Еще раз. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, стреляй. И так вот. Сдохли. Подбираем все, что есть. Кидаем монетку. Блин, что-то здоровье прямо совсем быстро уходит. Это что-то как-то не есть. Хорошо, я вам скажу. Надо прокачиваться. 29 уровень. Блин. Побольше бы. Ну-ка, здесь засады, надеюсь, не будет. О, блин, как же я вас не замечаю. Вы так сливаетесь с интерьером? Обалдеть. Я апперкот. Апперкот. Да, блин, делай ты апперкот. И еще раз. Во. И с ноги ему по яйцам. Вот так вот. И застрели его нахрен. Все. Завалили за брака. Отлично. Че, перезапускаем? Ну, перезапускаем. Давай. Ох, сейчас чувствую, начнется что-то, да, ребят? Интересное. Ну-ка. Блин, что-то так сваливают. Что за нахер? Что случилось? Он улетает? Блин, профукали. А это невозмутимый стоит, волосатый. Улетел он. Ядреного, что так посмотрел. Херово, херово. Ну а что делать-то? Лапы такие, обалдеть. Ему и палка это не нужна. Кулаком вмажет, у него сразу там пассивка стоит. 200% урон на левую лапу. И 300 на правую. Ну, звонит телефон. Опа-на. Караул. Засада. Ты не терял время, да, капитан? Тебе лучше... Очень быстро бежал сюда, да? Ну, неважно. Я ненавижу этого человека. Сожалею, что я не могу тебя встретить лично, мой сладкий. Но маленькая Нева уже... Что-то там с ней... Не беспокойся, мои друзья покажут тебе. И хорошо пройдут с тобой время. Превосходно. Ты трус. Что такое? Боишься встретиться со мной лично? А, ну это... Просто этот путь, я лучше буду наблюдать, как тебя будут убивать. Эта технология просто чудесная. Капитан, скажи привет сержанту Дутониону и его людям. Вы работали с его домом, но теперь они мертвы. Так, ты будешь покойником. Сержант принял мой контракт, так что... тебя надо устранить. Назад, сержант. Я даю вам ваш наемникам шанс сдаться. Скавок не говорил, что ты сумасшедший. Мы должны заплатить, получить дополнительную плату. Когда вы похороните, я заплачу вам и все сделаю. Удачи, капитан. Прощай. Пристрелите его. О, как увернулся, да? Охеретель, ну чё ж вы ждали-то? Ну чё? Ну чё, встал, ёб твою налево. А смотрите, стоит, смотрит, наблюдается. Гляньте, у голограммы здоровье больше, чем у меня. Это чё за хрень такая? Я вообще балдею. Так, на. Ну, гранату кидай. Слеповуху кидай. Блин, слепу кидай. Нет, не кинет. Ладно, ну чё, скавок. Как тебе представление? Стойте, 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 стойте. Блин, какой нахер двигатель реактивный? Чё-то подлетел. На, вот он сейчас вот это увидел и по-любому обосрался, сто пудов. Когда я монету подкинул, попал в нее. Да ты лучший, наиболее удачливый стрелок в галактике. Это несчастье для наемников. Полагаю, ты испортил всю голозапись. Ты недооцениваешь меня. Удача здесь ни при чем. Правильно, я полагаю, ты... У тебя превосходные рефлексы. Ненавижу такие выстрелы, но ты... Я установил новый гипердвигатель. Я... Позаботься, капитан, а я пошел, мол. Опа-на. Я только что узнал, что случилось. Сожалею, что опоздала. Хорошая новость в том, я отследила корабль Скавака. Он, возможно, закончил установку гипердвигателя. Так. Но еще есть время взять его. Как много времени? У него быстрый механик. Он...
У него есть там ребята. Империя контролирует дом Тулов, Скавок очистил все от имперцев, но ты должен проникнуть. К счастью, кто-то передо мной в большом долгу. Я запросила встречу в космопорте. Чтоб мне сдохнуть, пофлиртуем. Ну, а если я не вернусь, может, будешь включать по мне? Да не смеши меня, ты всегда выживаешь. Мой контракт контакт по этим координатам. И он просто охерительный профи. Дом Алда хочет его голову. Пима Ануф, возможно, заплатит всем там, чтобы все это получить. Ладно, возможно, стоит проверить. Ему нужна декорация какая-то. Ладно, я займусь... Это будет весело. Удачи, капитан. Я буду ожидать. Что-то она, кажется, другой костюм уже одела, да? Походу. Да, определенно, другой костюм. Чё, связаться тут, связаться там. Блин, столько заданий сразу отвесили. В общем, что-то не успел наш главный герой. Что-то как-то хреново все получилось. И видите, вот... Этот ушел гнида, придется его поймать, а нам нужны эти двигатели, как ни крути, они нам нужны, мы ведь свой корабль постепенно превращаем в самый охранительный корабль, по показателям, у нем столько, видимо, много будет уникальных вещей, я чувствую, что этот корабль, хоть по внешнему виду, конечно, не такой улетный, как, допустим, корабль имперского агента, но по начинке, мне кажется, он вообще не будет иметь равных, даже круче, чем у имперца, я думаю так, что-то такое чувство, что все вот к этому и идет. Все к этому идет, и это будет, я думаю, друзья, чертовски интересно. Вот так вот. Ну ладно, друзья, думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы все еще не подписаны. И если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. А также, если вас интересуют другие прохождения на моем канале, то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами. Рекомендую к просмотру. И не забывайте заходить в группу в ВК. Все ссылочки снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока.